Привет, меня зовут Алиса. Простите за такое плохое качество, как некоторые мне пишут. Что у меня плохое качество. Вот я вот делала мои подарки вот на день рождения. Первая часть. И одна девочка поставила мне палец вниз. И написала. И там написала, что измени. Там что-то в этом роде. Измени качество, ужасное. Там и бла-бла-бла. Этот канал The Christine Du, кажется. The Christine Du, что ли там такое. The Christine и еще две буквы. Я не говорю. Я не про ту девочку. Одна девочка, The Christine 2002, она нормальная, она очень хорошая, наоборот. Эти, тоже видео некачественное, но она зато прикольная очень девочка. А это The Christine какая-то еще там есть. И вот я говорю, и вот она вот, она говорит про качество. И... Я не хотела это видео делать специально для нее. Я хотела сделать обзор моего айпада третьего. Но я скажу вам про эту девочку. Она... И вот я и видеоответ этой девочки, и... Вы поняли. У нее вообще один подписчик. Вообще один. А у меня три. Мало, я знаю. Потому что у меня плохие качества, не очень хорошее видео, почти. Но у нее один подписчик, а у меня три. И, кстати, это не твое дело. Я снимаю с ноутбука. И у меня такой ноутбук, который нельзя всовывать там, ну, чтобы скачивать. Поэтому у меня видео такие. Когда у меня будет это, когда мы разберемся, что делать в компьютере, то уже будут нормальные видео. Я могу вам показать мои видео через iPad, но все равно звук будет не очень. Но это не твое дело. Ты можешь хоть написать, качество не очень, измени качество, все. Все, что напишешь. А я скажу, хорошо, окей, постараюсь изменить качество. У него вообще один подписчик. Не пойму никак. Ну ладно. А теперь я делаю видеообзор моего iPad. Я бы хотела бы еще сделать видеообзор моего этого. Моих поджопиков на данный момент у меня их 10. Но все равно. А кукла Monster High 18. Так. Сейчас. Я взял на него. Вот iPad. Тут еще вот застегивать вот тут можно. Да. Вот он. Мой iPad. Давайте я его включу. Ой, наберу. Это моя собачка. Так. Видео тут снимала недавно. Вот. Давайте скажу, какие у меня приложения. Первая папочка — это игрушки. У меня есть игра Ken & Cat. Это еще и кошка, супер корова. Дальше The Sims Free Play, картинки обыкновенные, Ferris Town, ледниковый период, Angry Birds, такие вот шарики стрелять и разные приколы. Дальше у меня есть кулинария, тут мама готовит.
Киоск у меня есть. Мама закачала эту журналы. Дальше. Есть папка Monster High. Игра Monster High. И вот. Навигация есть папка. Навигация. Мамина номер один. Тут мамина у меня. Есть журнальчики. Какие вот закачивать можно. Есть разговорчики. Погода, часы. Ой, не буду. Говоряшки. Talking Ben, Talking Tom, Talking Dino. Кинотеатр у меня есть. У меня есть приложение ВКонтакте и приложение в Одноклассниках. Все, покажу мою опять. ВКонтакте. Так, у меня, подожди, одно сообщение. Так, секунду. Смотрите. Нет, у меня очень мало друзей, пятка. Тут какая-то не девочка, вот ей вообще не было. Сейчас какая-то девочка одна. Какая-то девочка, я ее не знаю. Она все время на мои эти комменты какие-то, так она лайки ставит на мои фотографии почти. Ее зовут Аленусик Волокирева. Я, честно говоря, ее не знаю. Ну, может, знаю сейчас только. Мы на городе, вон в Санкт-Петербурге, я ее не знаю. Ну да, это все. Вот, в контактах. Вообще в Одноклассниках я очень редко заходила. Мамина страничка у меня открыта сейчас. Ну ладно, это на этом все. Дальше у меня есть мой день, но это, наверное, приложение, которое будет мне стоять. Всем пока, ставьте пальчики вверх, не забывайте подписываться на мой канал. Пока. В следующем видео вы увидите всех моих пэтшопов. Потом уже мои подарки на день рождения, часть 2. Пока.